находимся в Италии, я бы сказал, даже не только в солнечной, а еще и в жаркой Италии, недалеко от Вероны, такой маленький городишко. И вот идем и думаем, сегодня же 31 число, последний день октября, но при этом лето. Инжир. Нашли инжир, но, видимо, мы опоздали, потому что... Так, а это вот виноградники, на которые мы тоже опоздали. Поэтому итальянский виноград в этом году мы уже не вкусим. Кипарисы. Галин, хурма, иди сюда. Смотри, какая красивая. Большая. Ну, еще зеленая хурма. Мы, как люди не местные, выбрались в самую такую вот спекоту. Вот. А сейчас Риме сиесты, поэтому все порядочные итальянцы, они... Отдыхают, да еще и станки закрывают. Конечно. А в ответ тишина. Ух ты, только эти... иногда ездят автомобили. Это те, которые в Крыму. Да. Большое количество итальянских флагов. Или так всегда, или какой-то праздник. Вот это можешь попробовать, это можно есть. А что это? Понимаешь, в семье должен быть один дегустатор. Не, я не хочу. Второй должен, если что-то пойдет не так, помочь этому дегустатору. А, это мы увидели любители острова. Здесь все высажено перцем острым. А вот смотри, какой двор шикарный. А вот. Ну, тут, да. Конечно же, он даже ЛГБТ-флаг обязательно. Конечно, это же Европа. Здание. Ну, это уже мы ближе к центру, смотри, одного идешь. С мороженым. И в виде веера сделано, или в виде кусочка пиццы. Ну, возможно, и то, и другое. Такой старинный дом, ну, жилой. Еще сохранился. Оставили места. Вот что это сделано из дикого камня. И солнечные часы. Корзинку всякие там. Контепик. Смотри, всякие цитрусовые растут. А, городишко имеет название Сома Кампания. Это вообще другое. Что имеет другое? Ну, вот под руками, видишь, это как? Ну, потому что это улица. Да, как туда пошли. Где отдыхают местные.